Всем привет, дорогие друзья, вы на канале, а как вы думаете, на каком? Правильно, RusFFPS. И сегодня, я не знаю, когда вышло это событие, я просто зашел в FIFA Mobile, не заходя в нее приблизительно недели две, и увидел, что вышло новое событие, китайский Новый год, год крысы, и мне его сразу же предлагают просмотреть квест, где... Мне дадут награду, и сейчас еще какую-то дадут награду, еще какие-то ежедневные квесты, в общем, всякой херней меня тут обкладывают, и я хочу уже посмотреть, что это за Новый год. Но сейчас мне дадут какие-то там эти красные... Ой, опять эти конверты, ребят, как они... Помню, в той части я что-то собирал, что-то делал немножко. 2 года назад я реально топил... А в том году уже, ну, слабовато это дело. Сразу же смотрим. Опять выкачка денег из нас. Ну, конечно же, кто и не хочет, тот и не будет донатить. Так, вот меня всегда раздражает, когда какой-нибудь челик выпрыгивает и начинает мне... Я не хочу покупать, уйди, все. Не... Так, а самый... Не хочу. Не надо мне рекламировать это все. Теперь я наконец-то могу посмотреть, что представляет из себя данное событие. Грузись, пожалуйста, быстрее. Давай. Давай. Кстати, на секундочку, команда года еще не закончилась. Да. Ну что ты так долго грузишь? Так, вот он, лунный Новый год. Мы просто сейчас посмотрим, что здесь вообще есть. Так, основная, вторая часть, третья часть, посмотрим. Для особо одаренных написано даже как играть. Так, это я не буду смотреть. Сейчас мы разберемся по ходу, собственно говоря. Значит, смотрите, когда и мы играем, мы играем, а чтобы играть, нужно... Вот эти вот очки, которые, какие энергия пополняются. Вот имеется 12 очков. Сейчас у меня вычли 3 очка, и, следовательно, у меня осталось 9. И каждое, так скажем, очко заменяется. Сейчас посмотрим, сколько. Обновляется. Ну, там невозможно посмотреть, сколько. Вот сейчас мне вернули назад. Далее мы получаем лунное очко. Вот это вот с крыской, с мышкой. И идем сюда, чтобы здесь получать награды. Какие-то жетоны зодиака, какие-то монеты. Опять начались вот эти вот усиления. Так, ну это хорошо. И первый Ханг Юнинг. Игрок, который... На самом деле-то так себе, в принципе. Кстати, в этом году, как я знаю, появилась китайская лига, и теперь игроков из Китая намного больше. Но это обычный бегунок, который на самом деле никому не будет нужен. Гуар, который играет в Шеффилде, а Шеффилд у нас в премьер-лиге. Просто какой-то день открытий сегодня. Так, ну это уже получше парень, но тоже так себе. Ну, в принципе, для моего состава любые игроки здесь, они будут достойными. Далее, уже что-то неплохое. Карлос Солер из Валенсии. Ну, опять вот эти статы выше 106. Далее, Фабиан. Для полузащитника отличные характеристики, просто отлично. Ну... И как без этого игрока? Ну как без него? Ну вы что? Ну это же самый лучший. Шутка. Просто FIFA. Лицензии нету, они просто белую футболку наклепают. Пьемон Кальчо. Ху, сосать. Ладно, небольшой счет над Фифой. Ну, на самом деле у Пески намного меньше команд, чем Фифе, и Пес нужно как-то в этом плане воевать с Фифой. Мощный крученый удар со штрафного.
Радуга и Росворот. Ну, на самом деле обычные статы, тем более для Криштиана, можно было сделать и получше. Выше 106+. Ну, как вы поняли, вот здесь можно... Нифиг тысяч! Нет, ребята, это только за... Это только... Я вот вангую. Как, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 полосок, 6, 7, 8. Не знаю, сколько идет уже это событие, но... Как бы максимум, что... Я просто предполагаю, по предыдущим годам максимум, вы возьмете вот этого игрока. Либо, если вы будете топить, просто я не знаю, как максимум этого. Ну, я просто не знаю, как больше. Не знаю. Далее у нас идет какие-то зодиаки. Сейчас мы посмотрим, что это. Что я хотел пошутить, сказать, кто это. Ну, опять оно не грузит у меня. Надо режим полета вырубить нахрен. Так. Блин, а по-моему, в том году было точно так же. А? Так, ну что нам? Верди Гигнат. Ой, какой бестиара. О, Вася. А разве он перешел в... Ой, ну извините, не знал. Ой, а кто это тут наш бразильский русский? Ну, приятно, конечно, что Фернандеса сюда добавили. Ну, а так, в принципе, это что за страна? Косово. Из Косово, да. Сири из Косово. Да, мне кажется, это единственный игрок из Косово, который играет в Бундеслиге. Хамшик, Магуэр, Гуе, Азил. Далее Милик. И Мануэль Нойер, который все равно будет пропускать голы, потому что это FIFA. Вот. Чтобы открывать... Так, наборы нихера себе. Ну, в общем, жетон зодиака. И чтобы открыть один такой пак, нужно 100 жетонов. Нам здесь гарантированно выпадает от 250 до миллиона монет. Это, я думаю, нормально. Ну, в принципе, на самом деле это маловато, но нормально. И один какой-нибудь игрок. Но я нашел баг. Смотрите. Вот. Один Нойер, второй Нойер. Прикол, да? О, FIFA опять, как обычно. Далее, красные конверты. Что мы можем приобрести на красные конверты? Не знаю, я не смотрел видосы мобильных фиферов, что они говорят об этом событии, потому что я даже не знаю, в какой день оно вышло. Красные конверты, они уже какой год у нас? Ну, по крайней мере, второй год точно. Так, ну здесь какой-то непонятный... Ну, ноунейм из Астон Виллы. Купили его, чтобы он бестил в премьер-лиге. Ну, даже ускорение, ну, 80, ну... А, 191, ну... Ладно, окей. С пятки на пятку разворот, ну, это фигня, конечно, это фигня. Но зато нам дают 300 монет и очко фонаря целых... Вам будут давать целых 5 раз в очко. Как вам такое, ребята? Мне кажется, это, конечно же, круто. Так, ну и... Так, я сейчас открыл конверт, да? Да. И как и в предыдущей части, желательно, вот вам советую, дожидаться нормальных, если вы, конечно, играете в эту игру. Прям топите, ух. Топим, братва, вот так. Вот, то я советую вам дождаться нормальных наград, когда, да, игроки меняются, когда будет нормальный игрок. И только тогда... Копить сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, следовательно, 24 этих конверта. Вот, чтобы вам прям выпало это все. А так на удачу полагаться не стоит, потому что кому-то фортанет, а кому-то нет. И в итоге вы получите 8, 8, 8 монет. Лучше бы сделали 7, 7, 7. Так хотя бы какой-то смысл был. А так, ну, 8, 8, 8. Так, ну и магазину удачи, где я уже вижу охрененных игроков, вы сможете получить только за донат. Мюллер, что здесь? Ну, обычный, медленный, ничего примечательного. А, в честь Октоберфеста. Ну, типа пивасик там, Октоберфест, ну вы поняли, да? Еще вон колбаса бабарская. Блин, что-то колбасы так захотелось сразу.
Далее у нас тут Тевис. Он еще играет. Серьезно, он еще играет. Блин. Далее Артур. Ну, тоже средненькие статы на самом деле. Ханданович тоже будет пропускать между ног. Дели Али, который будет забивать офигенные лонгшоты, который будет пропускать между ног. Ханданович. Келлини, который будет ломать Дели Али, который будет, который будет между ног просовывать Хандановича. Вот такая вот фигня тоже. Кальчо. Ну и тут сделали просто лицо, чтобы форму не светить, как говорится. Ну и икона, которую вы скорее... Так, на секундочку, тут валюта, это вот эти монетки. И чтобы, я так понимаю, получить вот это, нужно собрать всех мастеров, вот этих всех пять. Ну и, как вы уже поняли, здесь также обновляются игроки, то есть можно подождать какого-нибудь более нормального игрока, чем этот Миллер. И вот. А здесь, ну, как бы вам вряд ли что-то фартанет. А здесь вряд ли будут игроки больше, чем 90. А здесь вряд ли вы его сможете взять, потому что, во-первых, это Реал, как вы понимаете, только для элиты. Ла Лига, следовательно, только для испанцев. Не для СНГ, Португалия, следовательно, и только для португальцев. И кумиры, следовательно, это только для элиты, еще раз повторяю. Только для элиты. Ну, не для нас, ребят, не для нашего пролетариата, не для нашего рабочего класса. Вот, я заскринил, чтобы для заставку поставить, типа, крутая заставка. Скрин! О, да, фак. Кстати, я помню, я делал видеоролик по прошлому Новому году, и для меня на тот момент, в том году, для 300 подписчиков, и собрать 1000 просмотров, 1200, по-моему, это было, конечно, офигенно. 1.80 м. Так, разворот решет, и он делает эластика. Вот только ради эластика, но у меня есть. Так, вот это мы все закрываем. Это нам больше не нужно. Это мы все закрываем нафиг. И переходим в мой состав. И у меня есть такой офигенный Неймар. Шучу, это Дефрил. Неважно, это Неймар, ребят. Вот просто зайдите, посмотрите. Это француз и Сассуоло. Смотрим. 360 и эластика. Очень офигенный. Я не знаю, я его могу, кстати, даже на этого, на... Ну, в принципе, в общем, показать, как он играет на Анапе. Всех там обходит, о, пару финтов и гол. Или, например, вот сюда на фланг. Это будет очень офигенно. Даже если вы не попросите, ребят, я все равно сделаю, да, как бы тут без вариантов, поэтому, ну, как бы, в нашей стране мнение народа уже давно не учитывается, как бы, ну вы понимаете, да? Ладно, просто напишите в комментариях, если вам это интересно, но, как бы, в любом случае, для контента я это сделаю. Вот. Ну и все, ребят, все уже там время поджимает, поэтому... Что еще можно сказать? Если вы досмотрели до конца этот... Не знаю, как сказать, потому что я не подготовился, не ждал каждый день, когда будет этот Новый год. Вот, но как бы, как получилось, так и записал. Вот. Ну, в благодарность можете... Ну, в какую благодарность я ничего не сделал. Ну, просто если вам понравилось это все, то вы можете как бы подписаться. Там, я не знаю, если еще не подписаны, кто подписан и не подписан, тоже можете поставить лайк там. Нажать на колокольчик. А если вам это не интересно, просто закрывайте видео и уходите отсюда. Вот. Кому интересно, все это делаем, если вы хотите меня поддержать, так скажем, в моем продвижении на Ютубе. Да, все. Ну, уже можно заканчивать. Вот. Про Неймара. Вот сейчас, может, я даже... Нет, не буду ничего вставить. Ну, в общем, посмотрю там на монтаже. А пока что всем пока.